Тем временем лесхозы активно готовятся к Новому году. Правда, работникам этих госпредприятий не до празднований. Они пытаются обеспечить потребности населения в хвойных деревьях. Это территория Одесского лесхоза, посадка за Великодолинским. Рабочие активно пилят хвойные и грузят их в автомобили для оптовых покупателей. Далее они отправятся на точки розничной торговли. У лесхозов есть и свои пункты продажи вдоль посадки деревьев. Всего в Одесской области до конца года планируют реализовать 100 тысяч хвойных деревьев, выращенных в лесных хозяйствах. Сейчас продано чуть менее 20%. Стоимость за погонный метр хвойного колеблется в пределах 60-70 гривен. Все деревья маркированы, это позволяет их отличать от елок и сосен, вырубленных браконьерами. Вік сосен від тих, що ми пропонуємо для продажу, від 5 там, до 10, скажімо, років. Ми клеїмо самоклеєні наклейки, які є гарантом якості і достовірності, що дана ялинка вирощена за правильних умов, що вона не крадена.